гости ко мне едут две мои подруги, Илона и Ирина. И мы решили Илоне сшить гардероб, летние вещи, потому что она певица, и она очень занята своей деятельностью. Она, в принципе, шить умеет и пить выкройки по нашим технологиям, но ей некогда, она просто не может собраться. Мы решили помочь, провести классное время. И также я хочу вам провести небольшой мастер-класс по сумке. Шила классную сумку. Хотели делать отдельное видео, но она настолько простая, что в этом блоге обязательно ее покажу. Поэтому, если вам интересно вдохновение, настроение, вещи какие-то, шитье, оставайтесь с нами. Поехали! Привет! Ириш, привет! Проходи, вот тут жируемся. Так, нахожусь по обстановочке. И посмотрите, что... И сумку сшить. Да. И все? Вот и все одета ты. Фу, как мне эта сумка нравится. Я просто... Она классная вообще. Прям кайфую. Тебе подарки подготовили? Ты уже снимаешь? Вот смотри, такая красота, ты Семен. О, ты что, правда, это да. Мне? Сема, это ты сделал? Да. Ты вырастил его. Ты еще не... зеркало. Ну тут надо канат повесить. Мы приступаем к работе, распределяем, кто что делает, а я хочу провести вам небольшой мастер-класс. Поделиться с вами идеей классной. Вот это ковер из Икеи, стоит где-то 170 рублей, и мы, когда его увидели, с подругой поняли, что это сумки. Сейчас просто будем пришивать ручки, я пришью вот так, вот, чтобы просто внутри было, потом прострочу сверху, и дальше вам покажу. Я пришила ручки и теперь сделаю боковые швы, а потом застрочу уголки. У нас есть видео подробное, ну тоже тут все поймете. И сумка будет готова. Боковые швы хочу сделать наружные. Сумку выворачиваем наизнанку. И вот этот уголок аккуратненько, вот так ровненько скалываем. Делаю на глаз. Ну вот. Совсем забыла, что на своей сумке сделала вот здесь в швах такие элементы, чтобы можно было застегнуть. И когда сумка не наполнена, очень красивая форма у меня получается. Вот. И Илона сказала, что ей тоже надо. Поэтому сейчас подпорю и вошью здесь вот эти кусочки тесьмы. Мы продолжаем шить. Каждый занимается своим делом. И это очень здорово. Ну что, мы на полпути, мы сшили юбку, что это, водолазочка и сумку. И на самом деле сшили еще и вот такую Лоне кофточку, но ей немножко маловато, а мне как раз. Просто сшила себе. А теперь на обед. Thank you.
теперь как летать высоко, трогать крыши домов, это очень легко. Закрываю глаза, света много во мне, ему хватит взлететь, и, конечно, тебе. Протяни ладони к солнцу и просто поверь. Если солнце светит и попутный ветер, если я рядом и ты, обрети полсвета, и, быть может, где-то воплоти все наши мечты. Илона, так же как и мы, снимает видеокурсы и обучает вокалу людей с нуля. Могу сказать только одно, что это точно профессионал своего дела и человек, который просто обожает то, чем занимается. И если вас интересует это направление, ссылки на ресурсы Илоны вы найдете в прикрепленном комментарии к этому видео. Мы закончили, давайте посмотрим, что у нас получилось. Сумка из Кашкарсе, вот такой джемперок, еще один свитшот джемпер с оборкой из двух нитки, и та модель со спущенным рукавом, топ из Кашкарсе на теплую погоду на море. Юбка из костюмной шерстяной ткани с запахом на завязках по нашему курсу, наша эксклюзивная модель. Юбка из хлопка на резинке и платье, мы сегодня его дошивали, подшивали, и шапочка. Итак, сейчас вы видите готовые образы. Хочу отметить, что все мы сшили без выкройки, из прямоугольников. И вы также можете научиться вот такому быстрому, простому шитью по нашим видеокурсам. Смотрите презентации, учитесь по бесплатным мастер-классам, которые на нашем канале, ну и также приобретайте курсы. Всю необходимую информацию вы найдете в описании под этим видео. Утро следующего дня. Я уже закончила вот этот джемпер, сделала здесь вставку и пришила кашкарсе, пришила манжеты. В общем, все получилось. Оставлю себе, подруге сошью по этому размеру. У нас есть видео на канале, сейчас здесь появится на него переход, но там есть выкройка, она такая сделана вручную, но в принципе у вас все получится, поэтому переходите, смотрите. Ну, а я сейчас хочу показать вам, как я варю крема. Как раз у меня закончился крем для рук, и мы тоже выпустили курсы для того, чтобы каждый у себя дома мог за несколько, там, за 10 минут сварить себе крем. Поэтому давайте начнем. Нам понадобится эмульгатор, масло и вода. И в нашем курсе по кремоварению мы помимо грамм рассчитали все в ложках и каплях. Это очень удобно. Все очень просто. Кладем эмульгатор. Сюда же в этот стакан пойдет масло. Оно может быть любое. Я люблю шиповника и кунжутное. Добавлю еще цитариловый спирт, но это не обязательно. А в другой стаканчик у нас идет вода. Просто все нагреем, и вы увидите чудо. Ставим в кастрюльку с кипящей водой и будем ждать, пока расплавится эмульгатор и цитариловый спирт. Сейчас будет самое интересное, у нас все растопилось. Смотрите, воду вливаем в эту смесь, быстренько перемешиваем, и можно воспользоваться таким мини-миксером. Крем остыл, посмотрите, какая красота получилась, такая консистенция. В принципе, он уже готов, и он уже, его можно использовать, он увлажняющий. Но я добавлю кое-что из активов, это депантенол, молочную кислоту, мочевину, то, что я хорошо знаю, и немножко эфирных масел. Хочу вам сказать, что это
крем такого премиум люкс сегмента, и вот в дорогих салонах вот такой крем делают на заказ, очень он, ну, он дорогой, и вот, ну, вы можете сделать его сами по доступной цене. Крем получился очень классной консистенции, хорошо увлажняет, быстро впитывается. В общем, моя любовь. Ой, наконец-то он опять у меня есть. Сейчас разложу его в баночки и положу в морозилку, потому что консервант я вообще не добавляю. И хранится он 2-3 недели. Друзья, вот и подошел к концу наш первый блог. Я получила огромное удовольствие и от процесса, и от того, что мы делимся с вами этим настроением, вдохновением. И мы будем очень рады, если вы будете задавать вопросы, писать комментарии. Возможно, мы возобновим прямые эфиры или сделаем видео в формате «Вопрос-ответ». Ну и сегодня нам еще предстоит одно творческое дело. Мы хотим в нашем дворе просто украсить стол, немножко Семен его подшкурит, я добавлю роспись. И, кстати, по росписи мы тоже планируем выпустить видеокурс, но пишите, как вам это интересно или нет, и мы некоторые уроки уже будем выкладывать. Это тоже очень быстро, просто, все, что я люблю. Поэтому ждем ваших комментариев. Всем пока, до скорой встречи!